истории. Ну, мне лед тоже не понравился, тоже весь исчерчен. Едешь как на шпалах. И вообще, его кто-нибудь, ну, вечером машина проезжает его вообще? Ну, по идее, в 5 вечера должна была машина проехать, ну, чтобы вот, он вообще идеально гладкий. Ну, вот Лена-то об этом знает? Не знаю. Вот спроси у меня. А что ты еще хотела спросить? А все.